Всем привет, с вами Стефром, и сегодня покажу мод на две руки для Майнкрафта Pocket Edition. Ну что ж, после установки данного мода у нас появляется возможность получить две руки. Это получается два раза больше инструментов. Ну вот как видите, я сейчас взял блок в две руки, и у нас отлично все работает. Но, к сожалению, вещь не будет показываться от третьего лица. Вот так я взял меч, уже получилось два меча, и я собираюсь убить коровку, да. Если мы берем две вещи в руки, то если мы взяли меч, то это не влияет на увеличение дамага. Эта возможность просто нам помогает, как бы, ну, просто появляется вторая рука, которая, как бы, добавляет реалистичность Майнкрафта. Ну, во второй версии, я надеюсь, добавить возможность брать другую свою вещь. Ну, то есть в одной руке будет такая вещь, а в этой будет такая. Такая возможность здесь на ПК. Ну, по идее, сейчас все отлично работает, без всяких багов, так сказать, вылетов, как это бывает с другими модами. Ну, это... Ну, я не могу сказать, что здесь нет вылетов, вы просто этого не видите. Но я это уже видел. Видел, бывало зависание. Ну, я что могу сказать, это только первая версия мода. Поэтому стоит ожидать, ну, это даже не альфа, это, наверное, бета. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.